Так. Все потихонечку стали заходить. Блин, ну я болею так, капец. Приветики, ребят, вам всем. Добрый, добрый, добрый. Пока вы все потихонечку заходите. Реснички я сняла пару дней назад. Многие очень пишут, то, что я очень рано снимаю ресницы. На самом деле, дело в чем? Дело в том, что когда они начинают опадать, у них уже становится другой абсолютный эффект. Ну, конечно, заплаканные. У них становится другой абсолютный эффект. У них там становится эффект классики или 2D. Вот. Мне такое не нравится. И, конечно, когда они сильно очень начинают высыпать, я стараюсь их все снимать. Вот, потому что либо совсем без ресниц, либо прям что вау-эффект. Конечно, плакала, ребят. Как бы кому это будет приятно? Не от того, что там какие-то чувства суперсильные, а от того, что ну, меня реально это ну, задолбало. Но, если честно, не очень хочу об этом говорить. Я болею, да. Блин, не хочу, честно говорить, ничего, я потому что я много всего могу наговорить очень.